Не мешай мне. Ага. Ближе. Ага. Так, все путем. Да, да. Не отходи. Ага. Что происходит? Ну, по крайней мере, теперь нас не догонит. Идем. Вообще-то я хотел домой, но Эшли решила осмотреть замок. Супер, у меня для вас подарок. Лекарство, чтобы слегка отсрочить неизбежное. Где ты? Итак, приходите во внутренний двор замка. Буду ждать там. Чао! Так, Эшли. Луи сказал, что... Я поняла. Лучше не задерживаться. За теми воротами. Чую, гостей тут встречают прохладно. Арбалеты. Угу. Чувствую, мне там будут не рады. Что это? Явно не для красоты. Час от часу не легче. Не мешай. Что они? Говори тише. Сколько вас вообще?
еще? Здесь принято принимать гостей. Эшли, все путем? Да, спасибо. Черт, заперто. Придется что-то придумать. Отойди. Ага. Ближе. Ага. Попробуем. Цела? Да, в норме. А-а-а!
Как здесь принято принимать гостей? Все, кроме тут. Все путем. Ладно. Вперед. Ага. Эшли! Цела? Да, в норме. Thank you.
Как здесь принято принимать гостей? Здесь принято принимать гостей. Так здесь принято принимать гостей.
Мекка. Здесь принято принимать гостей. Ближе. Ага. Отойди. Ага. Не уходи. Вперед. Ага. Thank you.
А что? Неплохо. Ты бы хоть предупредил. Ого. Вот это место. Типа древнее, но... Ты выполнил просьбу, да? Я по твоему лицу это вижу. Я знал, что ты поможешь. Что могу предложить? Посмотри, наверняка что-то понравится. Добро пожаловать в мой замок. Я безмерно рад, наконец, познакомиться с вами, мистер Кеннеди. А ты вообще кто такой? Я? Прошу, зови меня Рамон. Позволь, я сразу перейду к делу. Будь добр, отдай девушку мне. Прямо сейчас. Ясно? Не, без шансов, Рамон. Обойдешься как-нибудь без девушки. Мистер Кеннеди, мистер Кеннеди, как благородно. Но тем не менее, девушка достанется нам. Она станет носителем, и ваша Америка, а потом и весь мир исполнится его благодати. Ибо такова воля моего покровителя, священного владыки Сэдлера. Так что... Ты нам подчинишься? Да? Нет уж! Ты все слышал. Какая жалость. Окажите нашему гостю теплый прием, раз уж он избрал смерть. Леон. Не отходи от меня. Лови подарочек. Фигня.